Жители Сыктывкара обратили внимание на вырубку деревьев возле центрального кладбища. Оказалось, что в районе пересечения улиц Морозова и Димитрова появится новый парк «Беличий». Появятся экодорожки, спортплощадка, освещение и даже камеры видеонаблюдения. Администрация обещает, что под расчистку здесь попадет не более 4% деревьев от общей площади. А под прокладку дорожек и размещение площадок специально выбирались существующие тропы и полянки, чтобы минимизировать рубку деревьев.